третий учитесь? Учусь. Давно учитесь? На пятом курсе. На пятом курсе. Да. Значит, очень хорошо знаете коллектив, в котором учитесь. Что вы можете сказать об этом коллективе? Не знаю. Студенческом своем. Пойдем. Ну, как вам сказать? Ну, дружный, конечно, коллектив. Дружный коллектив. Вот у вас было какое-то сомнение. Ну, что вы можете пожелать своему коллективу, чтобы он стал еще лучше, там, организованнее? Какое-то сомнение у вас все-таки есть, когда вы говорите, что хороший коллектив? Ну, знаете, почему я так сказала? Дело в том, что у нас вначале были одни девочки, как-то начновато было. Все-таки это, наверное, как-то не досмотрела наша администрация. Ну, а сейчас у нас уже ребята нам сейчас весело. Просто-напросто не потому, что ребята более какая-то активная часть нашей группы. Просто-напросто уже и с их стороны уже какая-то инициатива и с нашей, и в сумме получается весело. Поэтому я так и засомневалась. Что вы можете сказать о том коллективе, в котором вам приходится работать? Эти шесть лет. Люди хорошие, да? Вы со своим коллективом только работаете или, может быть, встречаетесь вне работы? Нет, вне работы не встречаетесь. Вне работы не встречаете? Это закон. Что вы можете своему коллективу пожелать, чтобы он стал еще сплоченнее, лучше? Да лучше уже, что же лучше пожелать, если коллектив и так сплочен. Вы работаете, учитесь? Работаю. Вы давно работаете? Два месяца. Два месяца? Ну, как-то уже успели узнать свой коллектив, в котором работаете? Конечно, немного успел. Что вы можете сказать об этом коллективе? Хороший коллектив. Хороший коллектив. Да. Что вы вкладываете в это понятие «хороший коллектив»? Трудолюбивый, сплоченный. Вы работаете, учитесь? Я и работаю, учусь. И работаете, учитесь? Да. В двух коллективах, значит, прощаетесь. Да. Как, что вы можете сказать о своих коллективах? Рабочем и в том, в котором учитесь? Ну, коллектив хороший, у нас трудящийся. Трудящийся, да. А тот, в котором учитесь? Тоже я в строительном учусь и работаю. Хороший коллектив. Хороший коллектив. Что за этим стоит хороший коллектив? Дружный, работоспособный, работящий, такой, понимаете, ответственность за свою работу, выполняет хорошо свою работу. Здравствуйте, извините, можно вас на минутку задержать? Да, можно. Разрешите вам задать несколько вопросов. Вот вы давно работаете на этом заводе? Я на заводе работаю 25 лет в качестве бригадира. Бригада 9 человек. Хорошо. Значит, вы хорошо знаете свой коллектив, в котором вы работаете? Хорошо. Что вы можете сказать об этом коллективе? Ну, что я могу сказать? Коллектив очень дружный, сплоченный. Выполнил досрочно годовое задание. Вы давно работаете на этом предприятии? 31 год. Нравится вам работать? Очень. Я люблю свой завод. Мне нравится мой коллектив. Очень хороший коллектив. Ну все. Хорошо отдыхаем, хорошо работаем. Дружный коллектив. Любим очень свой завод. Очень любим свой завод. Ну вся жизнь у меня прошла на заводе. А что вы скажете о коллективе? Коллектив в нашем цехе очень дружный, сплоченный, существует взаимозаменяемость. Мы часто проводим время вместе, на отдых выезжаем за город, это в летний период Соколова. Бываем часто в кино, ходим, также проводятся вечера в комнате отдыха. Ну, собственно, если вы хотите знать больше о коллективе, мы просим вас войти в цех и убедиться. Спасибо, спасибо за приглашение. Пожалуйста. Спасибо. У нас хороший завод.